Так, всем привет. Всем привет из Иерусалима. У нас уже лето просто, отличная погода. Только что бегал в футболке, на улице уже, не знаю, градусов 20, наверное. Солнышко вообще, все цветет, пахнет. Красота неимоверная. И у нас уже, начинается уже шаббат. И сразу, для тех, кто живет не в Иерусалиме, сразу после шаббата начинается праздник Пурим. Да, и сегодня мы поговорим, сегодня у нас такой будет, как всегда, наш новый формат, мини-уроки. Мы поговорим о двух важных вещах. Мы поговорим, первый момент, затронем как бы недельную главу, затронем Тору, затронем скромность, вопрос скромности. И второй, мы поговорим о тех обязательных вещах, которые нужно обязательно сделать в праздник Пурим. Итак, начинаем с недельной главы. Да, то есть у нас наша недельная глава Тецаве, да? И, значит, чем уникальна эта недельная глава? То, что в этой недельной главе ни разу не упоминается имя Моше. То есть что имеется в виду, что в Торе с момента того, как Моше Рабейну родился, да, и до конца вообще как бы всей Торы, до конца всего свитка Торы, в каждой главе, недельной главе упоминается его имя. Вот. В этой недельной главе, то есть у нас ни разу не говорится имени Моше. С чем это связано? У нас уже в следующей недельной главе будет у нас история про золотого тельца. Про золотого тельца, что еврейский народ как бы изменил Всевышнему, сделал грех золотого тельца. И что произошло? То есть Всевышний сказал Моше Рабейну, то есть как бы есть Мидраш, который говорит, что, значит, Всевышний, отойди, я сейчас сам, как бы я сейчас их всех уничтожу. И от тебя сделаю новый народ. На что Моше Рабейну сказал, как бы скромнейший людей, сказал, что если ты хочешь как бы уничтожить их, то сотри меня с твоей книги, уничтожь меня, то есть мне это как бы не надо. Да, то есть что Моше Рабейну показал, что ему не нужна эта Тора, он не хочет, чтобы его имя было в книге Тора, то есть полностью он как бы отказался от себя, полный, как говорят Хабаде, битуль, полный отказ от себя, от своего я. И то есть Моше Рабейну сказал, что ему это не нужно. То есть как бы он это сказал, но как бы за счет этого как бы произошло то, что Всевышний простил еврейский народ, и наказание за грех золотого тельца было как бы разбито на все поколения, да? То есть как поэтому говорят, что даже если у нас сейчас что-то вот в наши дни с нами лично что-то происходит плохое, и как бы мы не понимаем из-за чего, то большая вероятность того, что это может быть из-за хэтэгэль, из-за греха золотого тельца. И почему именно как бы в этой недельной главе у нас не упоминается вообще имени Моше? То есть как бы Моше Рабейну был как бы самый величайший пророков, то есть конкретный цадик, конкретный праведник. С этим как бы никто не поспорит. И то есть вот эта его фраза, она как бы ничто не проходит, хоть и как бы Всевышний этого не сделал, хоть он и не стер еврейский народ, хоть он и не принял просьбу Моше, но как бы слова праведника, слова цадика не как бы уходят просто так, да. И поэтому Всевышний как бы стер имя Моше Рабейну, но стер его только с одной недельной главы. Но спрашивается, почему именно с этой недельной главы? Потому что на этой неделе, 7 Адара, был Йорцайт и день рождения Моше Рабейну. В один и тот же день, да? То есть у него был как Йорцайт, так и день его рождения. А как бы, как мы знаем, что Йорцайт — это как бы самый большой день, когда идет раскрытие праведника в этом мире. То есть поэтому именно непосредственно в этой неделе, как бы мы и в этой недельной главе, у нас ничего не сказано имени Моше Рабейну. Да, то есть недельная глава еще тоже наполнена очень многими интересными вещами. Рекомендуем всем, пока еще есть время, до шаббата почитать. В шаббат тоже можно это все сделать, только не в интернете, конечно же, а в книгах, в первоисточниках. Вот. И праздник Пурим. Для всех, кто живет вне Иерусалима, Пурим начинается уже в субботу вечером. В Иерусалиме он начинается в воскресенье вечером, Шушан Пурим. И как бы, кроме того, что этот праздник, когда мы одеваемся в костюмы, веселимся, пьем, есть еще обязательные заповеди. И давайте мы об этом поговорим. То есть первое и обязательное для всех, мужчины, женщины, все должны это сделать, послушать Магилат Эстер 2 раза в день. Именно 2. Не 3, не 4, не 5, не 1, именно 2. Всех это касается, мужчины, женщины, всем нужно обязательно прийти в синагогу. Уверен, в каждом городе, где вы находитесь, в Москве, в Киеве,
даже в Рамот Полин, Пинхас Швальд, вижу, что ты тоже тут присутствуешь, слушаешь. Везде будут читать Цараташем Мегилат Эстер. Поэтому обязательно приходите сразу же после шаббата, закончится шаббат. Можете уже сразу одевать костюм и ехать в синагогу и слушать Мегилат Эстер. То есть это мы будем слушать ее вечером. И потом еще также будет слушаться, будет чтение Мегилат Эстер в утром, на следующий день, после, как бы, после утренней молитвы. Так, это заповедь номер один. Заповедь, которая у нас тоже очень важна. То есть еще две важные вещи, которые у нас есть. Это Мишлоах Манот. Мишлоах Манот – это подарки друзьям. Подарки друзьям, то есть минимум двум друзьям нужно сделать подарок. То есть подарок должен состоять из двух вещей, на которые произносятся разные благословения. То есть, например, это может быть бутылка вина, там какой-то кексик, может быть там апельсин и какие-то там печеньки, леденцы, конфеты, да? То есть, чтобы было два разных благословения. И очень, вообще, одна из самых важных вещей, которые нужно сделать обязательно в этот день, это матанот левьяним, да, это подарки бедным. И еврейский закон Аллаха говорит, что подарки бедным, это заповедь намного важнее, и на нее нужно потратить как бы больше денег, чем на заповедь уже, как бы, Мишлоах Манот. То есть, друзьям, как бы, то есть, конкретно, Матанот Левианим, это как бы именно накормить бедного нужно. То есть это очень важно и очень серьезно. И лучше как бы сделать устражение, приложить больше усилий в этой заповеди, чем друзьям вашим близким, у которых просто там завален уже бар от бутылок виски, и дарить им очередную 25-ю бутылку виски. То есть лучше эти деньги потратьте и там подарите тем, кто действительно нуждается. То есть если вы не знаете кто, то можете... Сейчас в интернете много фондов, которые собирают как бы деньги через интернет, и потом эти деньги распределяют по нуждающимся семьям. К ним как бы обращаются семьи, у которых, ну, действительно сложная ситуация, и они как бы уже потом эти деньги распределяют. То есть это есть организация Яд Ицхак, фонд Яд Ицхак, есть Бейрот Ицхак, Натолдотру. То есть на всех этих сайтах можно сейчас найти в раздел Цдака, есть Матанот Левианим, то есть можете перечислять им там деньги, то есть ту сумму, которую посчитаете нужной, и они уже потом эти деньги передадут в день Пурима, передадут бедным семьям. Вот, то есть можно сделать так, если как бы вы не знаете, слава богу, там бедных семей, кому можно это подарить. Окей, и еще очень важный момент, да, праздника Пурим, то есть все почему-то есть такой стереотип, что обязательно нужно напиться. Друзья, лично в этом году учил, открывал еврейский закон, Шулхан Арух, Мишна Бура, комментарии, все читал, нигде не написано, что надо напиваться. То есть написано даже такое, что если человек напьется и будет себя вести буйно и некрасиво, и может кого-то обидеть, то ему как бы пить даже вообще противопоказано. И комментарии говорят, что можно выпить чуть-чуть и лечь спать, поспать чуть-чуть, чтобы не отличать Мордехая от Амана. Вот это, и вы вполне выйдете во всех заповедях и все сделаете, все как нужно. Да, поэтому, друзья, желаю всем прекрасной субботы, шаббат шалом, отдыхайтесь, набирайте сил, готовьтесь к Пуриму, будет непросто, но я знаю, вы можете, и всем радостного, веселого праздника Пурим, чтобы этот день был нашим днем нашей победы, то есть сказано, что после прихода Машеха останется только один праздник, это будет праздник Пурим, поэтому давайте веселиться, давайте радоваться, делать подарки, помогать ближним, помогать бедным, и... Всем шаббат шалом, афрейлих и пурим, всем привет из Иерусалима.